Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографии. Эдвард Реджинальд Фрэмпт, британский художник, который специализировался на фресках, в частности на военных мемориалах, в церквях. Он писал в плоском, величественном стиле и находился под влиянием французского символизма. Также работал с витражным стеклом, скорее всего, обучаясь у своего отца Эдварда Фрэмптона, который был художником-витражистом. Его работы обычно изображали символистические сюжеты и пейзажи. В начале своей карьеры он занимался скульптурой. Я пользуюсь переводной Википедией. В начале своей карьеры он посвятил себя пейзажной живописи. После длительного пребывания во Франции и Италии и посещения выставки собрания работ сэра Эдварда Берн-Джонса, он решил сосредоточиться на изображении человеческого облика. Все его крупные и наиболее важные композиции были посвящены рисункам. Мистер Фрэмптон считал, что на него оказали влияние как примитивная итальянская живопись, так и английский дизайн прерафаэлитов, а также композиции Пьера Пюи де Шаван. Примечательной особенностью большой части картин художника является почти полное отсутствие яркого света и отбрасываемых теней. Такой способ обработки в руках менее способного рисовальщика вполне бы мог произвести болезненное впечатление слабости или отсутствия четкости. Однако в случае с мистером Фрэмптоном это не так. У него действительно это рассеянное освещение является предметом осознанной цели. Он использует приглушенный тон из чувства декоративности. Его целью является обеспечение эффекта плоскостности и подчинения, присущие фоном настенных росписей, в отличие от простой иллюзии рельеф и удаляющихся расстояний, которая лишает среднестатистическую станковую картину места в любой широкой архитектурной схеме. Композиции мистера Фрэмптона, напротив, полны покоя и исполнения достоинства безмятежности. В качестве типичного для этого этапа его творчества можно упомянуть большое панно, изображающая сцену из легенды о святом Бриндане. Эдвард Реджинальд Фрэмптон умер в Париже 4 ноября 1923 года. Ну, вот так вкратце из переводной Википедии о британском художнике, который специализировался на фресках, в частности на военных мемориалах в церкви. Сэр Эдвард Реджинальд Фрэмптон. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.